Где-то он есть, где-то его нет. До скольки он будет спать? Ну, сплю где-то часа 4. Колики есть? Нету. Как личная жизнь? Я свободна для отношений с достойным мужчиной. У меня целибат, ребята. Ну, хорошенько, ну, хорошенько, сейчас да, уже засыпаешь. Баюшки, баю. Баю, баюшки, баю. Баю, можете, ну, хорошенько. Мы засыпаем. Купи фитбол, легче качать спина. С ребенком не сложно. Сложновато. Ну, конечно, сложновато с ребенком, если там какие-то дела ехать. Как зовут маму малыша? Селена. Варшавах, бисмиллях. Бисмиллях, и рахмани, рахим. Амдуллях, и рамана, алямин. Рахмани, рахмин, малики, яумидин, да? Так, отец ребенка вписан в свидетельстве о рождении. Да. Мама помогает с ребенком? Нет. Он не хочет. Я сейчас топиком, он не уснет. Ты можешь представить, что год назад ты еще не была мамой? Нет. Молодчина. Как зовут? Ребятки, Ален зовут. Спи, мой сладенький родной, мой ребенок дорогой. Спи, мой сладенький родной, мой ребеночек. Мой котеночек, спи, мой сладенький, мой хорошенький. Тебе кое-что купила, плету подарила. Сумасшедшая женщина. Для дочь не спит. Вот. Давай. Тоже. Качай. Родители мужа видели внука? Нет, еще не видели. Не отвечают, почему отвечаю? Бисмиллях, где научилась читать, умница. Ну, Аль-Фатиху я знаю так более-менее. Ашхаду, шахаду. Ладно, время хотела принять. Очень изучала ислам. Хотела прочитать шахаду, думала принять ислам. Но я не готова надеть хиджаб, так сказать. Так как очень много... Очень много фанатиков мусульман. Вот как бы мне не нравилась религия, мне хотелось бы очень ее принять, но так как очень много фанатиков, я как-то вот осторожна с этим. Но мне нравится религия. Нет, он хочет спать, мы уже засыпали.
Не будет он спать. Ну, сейчас посмотрим. Все, он будет спать. Сейчас он уснет. Привет. Скоро Новый год. Угу. Бусинка моя, давай засыпай. Баю, баюшки, баю. Зато знаешь, как руки качаются? Руки ой-ой качаются. Мне отдай. Никому не отдам. Мои ножки, мои ручки, мой хорошенький, мой сладенький. А ты мой хорошенький, сладенький такой. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Давай, покажи, как мы умеем засыпать, Ален. Сейчас, походу, у меня все зрители уснут, кроме ребенка. Сама приучила. В будущем хочешь няню завести, да. Мама поддерживает, просто мама занимается своими делами, мама занимается бытовыми делами. Иди, иди полежи. Иди полежи, мой хорошенький. Иди полежи, мой хорошенький. Полежи, 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 полежи. Отдохни, мой хорошенький. Отдохни, мой сладенький. Вот, вот, отдохни. Полежи, мой хорошенький. Полежи, мой сладенький, мой ворнеладенький, давай полежи немножечко. Полежи, мой хорошенький, маленькой, пригоженькой. Полежи, мой сладусик, мой хороший гусик. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Так. Он нас смотрит. Да мы просто кушали, 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 и в итоге перехотели спать. Привет вам из Казани, привет. Во сколько вообще ложитесь спать? Блин, ну я думаю, что часа в два он ляжет, три. То, что устаю, ну, конечно, устаешь. Конечно, устаю, но справляюсь. Устаю, но справляюсь. Хотя говорят, что с каждым месяцем все легче и легче. Но вот, например, мы еще не всех врачей обошли. А еще не везде я успела побывать. Вот. Только спят и ночь. Ну да, и едят. Ну да, едят и спят. Прямо в машине он очень хорошо спит. Как так быстро вес скинула? Блин, ребят, очень сложно скидывать вес. Ну не то, чтобы сложно скидывать вес,
Блин, я когда... У меня была проблема, я когда была беременна, я очень... у меня был большой токсикоз. Потом, когда токсикоз прошел, я начала есть все подряд. Ну, вот прям все подряд, то, что я так обрадовалась, типа, токсикоза нету, и можно теперь херачить еду. Потом я очень сильно набрала, а сейчас я опять скидываю. Ну, у меня вес, кстати, сейчас 67 килограммов. Не скажу, что я прям так скинула. Мой вес, вот мой любимый вес, это 58 килограммов. Но сейчас у меня вес, это может быть 65, если убрать 3 килограмма молока. Если убрать там... У меня, ну, может быть, 66 килограммов. Получилось успокоить его? Нет, я пока положила его в коляску. Руки устали. У меня дети тоже в машине спали. Я мужу говорила, давай купим дом на колесах. Кстати, хорошая альтернатива — дом на колесах. Прикольная тема. Я тоже об этом думала. Тем более по нашим дорогам дом на колесах идеальный. Дети засыпают, как не знаю. Но я думаю, что они, наверное, ко всему привыкаешь. Сколько малыш весит уже? Ну, где-то 5-100. Ну, короче, мы где-то 600 граммов набираем за месяц. 600 грамм. Маловато. Блин, вообще, я в шоке. Он жрет, он ест, как не в себя. А вес набирает очень медленно. Не успеваю. Все писает. Все в подгузники уходит. Все выписывает. Ну, богатырь не то слово. В Ингушетии хочешь жить? Слушай, я ни разу не была в Ингушетии. Я не могу сказать, хочу я там жить или не хочу я там жить. Но я знаю, что ингушская кухня очень вкусная, потому что я бывшего своего мужчины, его мама готовила. Очень вкусная еда была. А так я ни разу не была в Ингушетии, я не могу сказать, хочу я там жить или не хочу. Детки быстро растут. Угу. Вообще мне не важно, где жить. Реально. Самое главное, чтобы, ну, во-первых, всегда был под рукой. Ну, вообще, как бы, мне не важно, где жить. Мне самое главное, чтобы под рукой всегда был доктор. Вот. Чтобы под рукой всегда был человек, который, если что, в случае ситуации, может откачать или что-то принять, какие-то меры и так далее и тому подобное. Как же я хочу тебя съесть, твои щечки. Кристина, приходи скорее в себя, дорогая. Походу, от наркоза еще не отошла. Дурнина. Так. Извиняюсь. Что извиняюсь? За что? Приезжай, жениха найдем. Ингуша? Мне русской? Мне уже одного ингуша хватило. Мне уже одного ингуша из Ингушетии хватило на 5 лет с его мамулей, мамочкой. Больше я не знаю, я не готова. У меня целибат. У нас очень красивые парни. Я верю, что у вас красивые парни. С одним я уже встречалась, с красивым парнем. Рыдала дальше, чем видела, когда расстались. Давай в Дагестан. Ладно. У меня целибат, ребята. Целибат. До свадьбы никакого секса. Все. Ребенка родила, все. Целибат. 33 года.
Эфир на первом уже прошел? Нет. У вас там все в Ингушетии, все строгие. Как... Вот найду там себе парня ингуша, а потом мне родственники его придут с ножом и начнут мне вырезать мою татуировку. Я не готова к этому трэшу. Блин, вот видишь, все пишут в Дагестан. В Армении. Господи, знаете, вот Армения, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Вот ни один русский не написал. Сколько вы были вместе? 5 лет. А организм-то будет требовать, нет. Ой, вообще. Марк, Мария, Армения. Армения моя. Знаю, мама, Армения, ты ждешь меня. Кто пытается русская? Грека найдем. А можно, чтобы в нем было и, короче, немножко ингуша, чеченца, дагестанца, грека и армяна, и армянина. Все в одном человеке. Можно? Сегодня в Дагестане это считается как мусульманский полумесяц, так что спокойно можешь приезжать. Спасибо. У меня как раз вот здесь еще звезда. Смотрите, у меня вскочило этот пигментное пятно. Ребята, пигментное пятно, мне кажется, это знак. Причем, что я набила сначала полумесяц, пигментного пятна здесь не было. И вот недавно у меня вскочило здесь пигментное пятно. Может быть, звезду здесь набить? Сразу пигментное пятно забить звездой. Мне кажется, это знак. Вот просто так вот на этом месте вскочило пигментное пятно. Давай сразу за иранцы. Чего уж молочи милась, действительно. Привет из Владивостока. У нас уже утро. Блин, я не смогу, мне кажется. Вот я не смогу жить с мужчиной, например. Вот наверное, с дагестанцем, возможно, у меня получилось бы что-нибудь. Почему? Потому что дагестанцы, они более современные. Они более, как сказать, они более светские, что ли. А вот что касается чеченцев, что касается ингушей, они, конечно, еще немножечко диковаты в этом плане. Но мне так кажется. Как-то они еще, у них вот эти вот традиции всякие разные. Селена, а ты сидеешь? Да, конечно, сидею. Мальчик заснул? Ну вот я слышу, что он не уснул еще. Прикиньте, чуть не осталась ватка в ухе. Вот бы сейчас было весело. У меня есть седина. У меня вот, смотрите. Я не скрываю, а потом я скоро пойду это закрашивать. Вот, 33 года, у меня есть седина. Ватную палочку намочи слюной. Зачем? Самый традиционный в Иране. Офигеть, полный дресс-код. Рожать больно было.
Но, как сказать, не скажу, что это очень приятно. Да, хорошо уши очищаются, если намочить, но сейчас попробую. Что-то как-то, мне кажется, еще хуже стали. О! Ну, вы все слышали, да? Будь здоров. Короче, я купила здесь себе видеоняню. У меня не получается эту видеоняню теперь настроить. Угу. Я сегодня полдня пыталась настроить видеоняню. Оленчик не спит и еще что там говорит. У Алина нет уменьшительно-ласкательных слов. Алин и все. Не оленчик, не олененок, не Алинуля. Ален, Алин, Алин. Не Ален, а Алин. Алан можно. У него нет уменьшительно-ласкательных слов. Пожалуйста, запомните это все. Алин, ударение на А, не на Е. Алин, да, ну нет, он не спит еще. Там что-то там, что-то там шевелит. Алин, давай спать, спутывай, говорю, кто не спит у меня, а? Это кто у меня не спит, а? Это кто не спит у меня, кто не спит у меня, давай, баю, баюшки, баю, не ложись, он укрою, придет серенький волчок. Не придет он никуда, потому что как он придет, так и пизды получит для серый волк. Ой, блин. Спать хочет, бедолага. Конечно, хочу спать. Ой, господи. Я его просто покормила. Я его покормила вот буквально 30 минут назад. Он уже ругает молоком. Ну куда еще кормить? Спать не хочет. Обычно он ест и засыпает. А сегодня что-то пошло не по моему плану. Завтра нужно будет потихоньку перевозить вещи еще на ту квартиру. Короче, трэш. Писи, Лена, мы все через это прошли. Хорошо. Почему не хочешь покачать, его так быстро заснет? Уже качали. Сейчас он немножечко поспит. Точнее, полежит. Я еще его потом пойду груди покормлю. Скачок развития. Как справляетесь от коликов? У нас нет коликов. Через 4 месяца будет намного легче. А что через 4 месяца? 2 годика и будет легче. Кто-то говорит, с каждым годом все легче и легче. Мне кажется, с каждым годом все сложнее и сложнее.
Давайте уж сразу. Через 18 лет будет легче. А тогда вообще, когда ты умрешь, будет легче. Нам сейчас 2 месяца. Он что-то пытается там балакать иногда, я так слышу, он так бля-бля-бля-бля-бля. Чего всегда в туалете? Здесь удобно сидеть. На кухне, кстати, мне неудобно сидеть, там стулья неудобно, а здесь как-то удобно сидеть в туалете. И розетка есть удобная. Подключила и все. А на кухне розетки неудобные. Ну, ответь на вопрос, пожалуйста. Не хочу, да ёб тебя. Ну, если... Слушай, Кари, ты спросила, вот, если не секрет. Ну, секрет. Я тебя вижу, я вижу твой вопрос. Если я не отвечаю на этот вопрос, ну, значит, я не хочу отвечать на этот вопрос. Нет настроения. Задай другой вопрос. Подала заявление в садик. А что, сейчас уже пора, надо уже сейчас подавать заявление в садик? 2 месяца нам только, куда? До садика еще далеко, или надо уже подавать в садик? Мы с рождения подали. Надо уже подавать. Чё, бля? Охереть. Ребята, вы что? Там очередь же большая. Да? Я не знала. А я и не знал. Ну ладно, подадим. Нарезай себе бутер и слушаю тебя, зая. Молодец, молодец. Приходи в себя там. Слышите, да? Там сама, сам с собой разговаривает. Агу. Походу, не только проблемы в России, а и в Эстонии. Вы знаете, мне вот вопрос такой волнует один. Вот, Путин постоянно жалуется на то, что типа вот давайте рожайте, рожайте, вот по миллионам мы там всем вам дадим, вот мы вам туда-сюда все сделаем. Ну по миллиону, окей, ну ты даешь нам по миллион, и чё? В садах очереди большие. Медицина бесплатная, практически никакая. Не во всех районах нормальная медицина. Персонал в госучреждениях работает такой, на отшибись просто, лишь бы бабки забрать и все. Просто какая-то вообще неадекватная херь. Тупо. Тоже такое интересное. У нас в Иране в садик почти никто детей не отдает. Интересно, почему? Настю Балтер из Дома 2 знаешь? Знаю. Кстати, мне Настя писала, ее заблокировали в итоге или не заблокировали? Если заблокировали, она мне вчера писала, вот, чтобы я сказала об этом. Но я могу как бы, ну, все сделать, просто она со мной на связь не выходит. Сказала, типа, Настя, если хочешь, чтобы я тебя поставила в сторис, ну, как бы этот... Выйди со мной на видеосвязь. Она со мной на видеосвязь не вышла, а я как бы ну левого человека не буду как-то этот. Заблокировали ее за мат. Ничего себе. Как-то Инстаграм вообще странно блокируют. Мне тоже интересно, вот они говорят то, что блокируем за мат. Окей, блокируют людей. Ну вот за мат, например, да?
Ну, а вот, например, вот рилсы есть с матершинными словами. Почему рилсы тогда не блокируют? Вот ТикТок тоже, они тоже интересные. Так что, например, в ТикТоке в самом видео мат есть. А, например, в прямом эфире матюкнуться нельзя. Она пишет в эфирах. Ну, ребят, ну вы тоже вы заходите, жалуетесь, нажимаете на кнопку пожаловаться, там еще что-то. Вот. Вот это, знаете, как бы несправедливо, что вот Инстаграм как бы вот так вот сделал, что вот так раз и блокируется. Поэтому, как бы, не знаю, проще. Я не знаю, что делать закрытые какие-то аккаунты, закрытые, реально закрытые, потому что, ну, вот приходят всякие разные люди, вот так вот делают, пожаловаться, и ты ничего не можешь сделать. Твой аккаунт летит просто к чертям собачьим, потому что приходят всякие разные люди, начинают нажимать на кнопку «жаловаться», ну, тупо либо из-за зависти какой-то, либо еще чего-то, ну, вот. Просто, знаешь, как бы ни себе, ни людям. Или, например, хейтер пишет всякую разную там. Хейтер, например, пишет какую-нибудь неприятную вещь, и ты не можешь ответить хейтеру. Причем, что вот хейтеру, например, вот если тебе хейтер пишет о неприятные вещи, то есть ему ничего не говорят. А когда ты отвечаешь хейтеру на его же мат, или отвечаешь хейтеру на какие-то его оскорбления, тебя все сразу банят. Ну, это несправедливо как-то, это ужасно, просто ужасно. Я думаю, что в итоге Инста, она просто тупо потеряет, ну, просто тупо потеряет контент, подписчиков, потому что, ну, реально уже это достало, потому что Пинчук заблокировали. Пинчук вообще за что заблокировали? Человек вообще не матерится, человек вообще там не этот, как его, у нее там аккаунт позитивный, он там все там смеется и так далее. Чикавани вот заблокировали тоже. Типа крупных блогеров зачем-то блокают. Для чего блокают? А за что заплатили Пинчук? Вот за что? Сейчас даже, вот я не знаю, даже они даже не объясняют причину, за что забанили. Почему-то телефон не с ребенком, дети растут. Ну, ребят, ну, блин, все растут, все вырастают. Че, в депрессию теперь впадать? Ну, вырастет, ну, хорошо. Я помню моменты, которые мне нужны. Ну и хорошо. Самых крупных не трогают, заметили? Самых крупных не трогают, наоборот, мне кажется, крупных трогают. Не знаю, почему самых почему трогают только крупных. У Пинчук фото малыша. Я вообще не понимаю, как так можно. Ну вот как так можно не заметить ссылку? От 10 миллионов кого заблочили? Не знаю.
На 10 миллионов, да, они в лоте, кстати. Ну, конечно, они бабки приносят. И они матерятся. Моргенштерна вообще не трогает. Он матерится в инсте. Блин, ну это нечестно, конечно. Малыш в туалете с тобой? Нет, он в коляске. Видите, вон там коляска стоит. Он стоит в коляске. В коляске сам с собой разговаривает. Ален, давай спать. Спать давай, говорю. Спать давай. Агу, агу. 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 Давай. Баю, баюшки, баю. Баю, давай. Агу. Агу, гугу, гусеник. Маленький гугусеник. Куси, буси, дусеник. Тири, тик, тик. Сладкий сам все убаюкивает. А не убаюкивает он там, за занавесками играет, лежит. Ален, как ласково называют. У него нету ни ласковых имен, никаких. Ален и все. Возьми ребенка на руки, нахрена в эфир выходить. Всего доброго. Так приятно общаться с тобой, такая милая, не высокомерная, понтов, спасибо. Что такое случилось? Ладно, ребятки. Пошла я делать попытку, чтобы укачать ребенка. Думаю, хорошенькая, все. Ты мой сладенький гусеночек мой. Это кто такой не спит? Кто такой не спит? Это кто такой не спит? А? Это кто такой, ну, не спит маленькой? Ладно, ребятки, я вас по-братски всех обнимаю. По-братски всех целую. Ну, воздушный поцелуй. У меня этот целибат. Я только со своим мужем буду целоваться. Так что... Все. Блин, спина чешется. Короче, всем спокойной ночи.